Представьте себе, что в наш промышленный век назрела необходимость взрыхлить вручную землю от Ростова до Москвы. Вы скажете, нереально. Не торопитесь. Вот вполне реальный, опытный экспериментальный завод. Он производит современные дорожные машины. Но, кроме того, согласно постановлению, завод должен выпускать товары для населения. Те, что на сегодня крайне необходимы. О неустанном старании выполнить эту неотложную задачу и говорит главный инженер завода товарищ Петунин. Значит, мы держим курс на новое, то, что крайне необходимо в настоящее время. Простите, и это вы называете новым? Такой примитив можно наклепать в любой сельской кузнице. Неужели именно такой продукции ждет торговля Ростовской области от вашего опытно-экспериментального завода? Спросим главного товароведа оптовой базы, товарища Каптунова. Мы их предупреждаем каждый год. И в этот раз мы снова говорим, сокращайте выпуск мотыги. Заказ торговли – закон. Это значит, все то, что заказывает торговля, то, что сегодня нужно нашему потребителю, должно лежать в основе плана производства. А потребителю нынче очень многое нужно. Ему хочется оснастить квартиру, приобрести хорошую посуду, обзавестись всем необходимым в хозяйстве. И тому же Волгодонскому заводу вполне по силам пойти навстречу покупателям. Да, в настоящее время завод производит всего более 200 наименований изделий. Но в производстве товаров народного потребления мы основное направление на выпуск садово-огородного инструмента держим. Да, с примитивной мотыгой у завода ни забот, ни хлопот. Овал по выпуску товаров народного потребления вроде бы благополучно идет. Не потому ли за мотыгу-спасительницу так крепко держатся и другие ростовские умельцы? У нас мотыгу в Ростове выпускает 3 завода. Красный Оксай должен делать доску гладильную, восстановить выпуск шинковки, который он снял с производства, а он продолжает все наращивать выпуск мотыги. Пора уже и этому заводу освоить новые изделия. Они, однако же, нет. Мотыга, мотыга и мотыга еще раз. И еще много-много раз. Вместо нужных и дефицитных товаров только в Российской Федерации мотыгу клепают, облегчая себе жизнь. 74 завода и еще добрая сотня в республиках. А ведь есть министерство, которому правительственным постановлением поручено контролировать и определять выпуск садово-огородного инвентаря в стране. Так чем же оправдывает такой странный недосмотр своего министерства начальник главка товарищ Бурдин? Учет нашим министерством фактического выпуска, конечно, недостоверный. План сам по себе, а обеспечение или удовлетворение рынка этим занимаются другие организации, без тесной связи. На что же рассчитывают заводы, клепая дружно и бесконтрольно этот первобытный инструмент? И чтобы использовать эти мотыги, действительно не остается ничего другого, как рыхлить землю вручную от Ростова до Москвы и обратно. Столько лет первый раз выбрался к другу. Ой, еще проездом, всего на один денек. Так что ты, друг, не тяни. Ленечка, рассказывай, как ты, кем ты, как на работе? Да на работе, как на работе, ничего интересного. Ну а дома-то как? А вот дома показатель отличный. Перевыполнение по всем пунктам. В квартире у меня 3 лоджии, камин, ванна с финским оборудованием и бассейном. Леня! Слушай, а кем же ты работаешь? Начальником строительного треста. О, значит, там же, на том же месте. Да-да. Ну, понятно. Дачу строю двухэтажную. С сауной, гаражом для Волги, теннисным кортом. Планировал ее на будущий год закончить, да потом решил сдать досрочно. К 31 декабря этого года, 24.00. Леня, прошу тебя. А, на какие, извини, шиши ты все это строишь? Как на какие? Я государственную премию получил. Жена профессора, оклад 600, плюс прогрессивка. О моих открытиях, изобретениях, небось, слышал? Нет. Ну, услышишь еще. Детей у нас... Леня, дети-то при чем? Детей у нас 5. Даже 6. Располагайся и чувствуй себя как дома. Ничего не понимаю. Где же бассейн? Финское оборудование? Да ничего этого нет. А дача с сауной, с кортом? Какой там корт? Обычный садовый участок с крохотным домиком. И я не профессор. 130 получаю.
Так зачем же вам все это? Ну ты же знаешь, как у нас теперь на работе с враньем. За приписки могут и под суд отдать, а привычки старые остались. Вот он дома душу и отводит. Ну, давай, старина, за стол, быстренько перекусим и в море, на яхте. А? У меня ведь яхта есть, двухпалубная. Кто обязан заботиться о нуждах железнодорожников? О быте машинистов, стрелочников, путевых рабочих? Во-первых, Министерство путей сообщения. Во-вторых, депутаты на местах. Ну, время требует перестройки и в работе депутата, безусловно. Значит, видимо, контакт с избирателем должен более тесным быть. Верные слова произносит депутат Ивановского горсовета, к тому же еще заместитель начальника отделения железной дороги товарищ Тукальский. Но интересно, как избиратели оценивают его депутатскую работу? Не знаю. Кого не знаю, того не знаю. Что, не приходит? Нет, не приходит сюда. Выбираем, голосуем. А кто депутат? На картинке есть он. Откуда я его знаю? Где он находится? Находится он рядом. Надо только перейти через пути. Но, может быть, помощь депутата и не нужна? Оказывается, нужна. У проживающих здесь, на завокзальной улице железнодорожников, нет холодной воды. Воду они таскают из вот этой колонки, которая в сильные морозы замерзает. Нет у людей газа. Впрочем, нет и кухонь, в которых можно было бы установить газовые плиты. Они готовят здесь, в продуваемом всеми ветрами коридоре, на керогазах. Правда, санузел здесь раздельный. Его разделяет от дома расстояние в 30 метров. А ведь в Иваново мороз 40 градусов не редкость, и тогда... Промерзает буквально все. Тут было 30 градусов, 40. Так промерзало. На дню раза 4, 3 топили. А дети? Дети плохо, болеют. Девочка постоянно болеет. В этой комнатушке живут 5 человек. 2 детей. Ждут еще малыша. Разве депутат вам не помогает? Нет, нам никто не помогает. Вот так и живут люди в этом бараке. С провисающими потолками, с чадящими печками, с замерзающей водой, которой невозможно смыть грязь после работы. А теперь отправимся в город Батайск. Этот дом на Луначарского 171 тоже принадлежит Министерству сообщения. И его жильцы тоже находятся в бедственном положении. Буквально у стен дома протекает речка. И весной влага пропитывает стены дома, в котором живут железнодорожники, пенсионеры, ветераны Отечественной войны. Всюду плесень, грибок, сырость. А что же происходит с людьми в этих ужасающих условиях? Удушье. Самое настоящее у людей удушье. Наступают носы, не дышат. Дети не могут уснуть, пока им носики не закапаешь. Болеют люди. В квартире номер 4 у женщины серьезное заболевание с легкими. В квартире номер 9 у девочки туберкулез, значит, обнаружили. У моего сына острый бронхит. А что же делает избранный именно этими людьми депутат областного совета, начальник Северо-Кавказской железной дороги товарищ Котляренко, чтобы помочь людям в беде? А ничего. На многочисленные просьбы, жалобы избирателей, на запросы партийных и советских органов Батайска он и его подчиненные отвечают столь же многочисленными отписками. Дописались до того, что в сырости оказалась виновата собака одного из жильцов. Но собака зарыта в другом, в равнодушии этих депутатов к нуждам и бедам избирателей. А помочь людям у них есть возможность. Ведь эти депутаты являются руководящими работниками подразделений Министерства путей сообщения. Мощной организации, имеющей свои фонды, свои строительные тресты. Да, пора товарищам Тукальскому и Котляренко, носящим высокое звание депутатов, перевести рельсы в сторону настоящей заботы об избирателях. Иначе люди скажут... У нас уже, слава богу, демократия. Так вот прямо так и нужно говорить, что вы не подходите нам.